По замыслу учения в 9:00 в городской больнице произошло возгорание. Под громкий вой сирен началась операция по спасению работников и пациентов городской больницы. Персонал, согласно инструкции, действовал быстро и слаженно. Под руководством опытных медсестер и врачей пациенты отделения быстро и организованно покинули условно горящее здание еще до прибытия пожарных. По первому этапу надо отметить, что сигнал прошел довольно быстро. Дежурный по этажу знал, кому звонить и как подать сигнал тревоги. Сигнал тревоги работал до конца мероприятия по эвакуации. Эвакуация проводилась с ограничениями, то есть мы не эвакуировали маломобильных или нетранспортабельных пациентов, которые находятся в этот момент в больнице. В общей сложности под эвакуацию попало 170 человек, это больных, и порядка 70 человек – это персонал городской больницы. Эвакуация проводилась с применением пожарной автолестницы. Были спасены два человека, которых вывели из задымленного помещения с применением спецоборудования. Время эвакуации составило 7 минут. До конца года такие учения пройдут и в детской городской больнице.